У Гомельской области означается повеличение захворывания не только на острые респираторные инфекции, але и на коронавирус. За период, когда активность COVID-19 была на спаде, люди расслабились и теперь все частей игноруют элементарные меры безопасности. За непокойностью отзначают медики. Самыми эффективными средствами профилактики по-ранейшему застаются маски, антисептики и социальное дистанциование. Заражение коронавирусом отбывается на отлеглости ближе за метр от переносчика вирусу. Специалисты аховы здоровья рекомендуют насельніцтву не збираться у буйные кампании, откласти святкование великих семейных дат. У сродках массовой информации поведомляют об выпробованиях российской вакцины от COVID-19. Анализом ее эффективности так само займаются у Беларуси. Когда испытания будут закончены, сделаны выводы об ее иммуногенных свойствах, эффективности, естественно, тогда будет осуществляться вакцинация нашего населения. Предположительно, Министерство здравоохранения к концу года, начало следующего года ожидается поставка этой вакцины.